Я уже давно не слышал про третьи процы. Так, а что это за дробь-то? Это помпа или этот двухстволка? Мелик, приветствую. Привет. Так и не провели челлендж. А какой именно? Приветствую. Спасибо тебе огромное за такую бодрую поддержку. Спасибо огромное. От души прям большое. Так, надо найти помпу и мосинку. Вера, приветствую. Да, можно. Сейчас челлендж доделаю. Сделаю. Можно поиграть. Только надо найти все. Драгунов. S686. Да, это она. Так, вот ее надо. И нужна мосинка, получается. Самое сложное, это, наверное, сейчас мосину найти. Ну, еще обязательно чекбор надо. Вот так вот. Можно мосины на коряк заменить, они эти одинаковые. Ну, не знаю, это надо спросить у Вадима. Посмотрим, может, и мосину сейчас найдем. Я и коряка в любом случае не видел, поэтому... Так, пока что этого наберем. Одни драгуновы пока что лежат. Что дает чекбор? Плотность дроби увеличивает. Уменьшает, вернее. У тебя дробь становится кучнее, когда ты стреляешь. То есть вот с чокбором, сейчас покажу. Ну, грубо говоря, вот без чокбора. А вот с чокбором.
Видите разницу? Вот это что дает чокбор. Соответственно, красная утконос у вас по вертикали делает. То есть у вас вот такая вот будет кучность. Вот такой полосочкой. То есть вот, ну это сюда нельзя, да, поставить? Ну давайте вот вам покажу на примере этого дробовика, что дает каждая из них. То есть вот у вас кучность без обвесов, это с чекбором, увеличивается плотность, и утконос у вас по вертикали делает. Вот, это все, что вам нужно знать о дробовиках. Так, этот дробовик не тот взял. Патронтаж увеличивает скорость перезарядки. Но если нету мосинки, то, блин, коряк придется взять, что. Вот коряк есть. Один и тот же ган. По идее. Вот конос самый практичный, да нет. Ну, типа, если ты в пузо стреляешь, то да. А так лучше, конечно, все равно чекбор. Так ты можешь в тело ваншотнуть, изи. С утконосом тебе нужно ровно в пузо стрелять. Это не всегда практично. То есть, если ты правее выстрелишь, то он тебя не ваншотнет. А с чокбором ты хоть куда, хоть лево, хоть право, он тебе все равно ваншот сделает. Там нужно всего, чтобы 4 дробинки попало. За правильную ставку, по-моему, 150 вам дают, что ли? Или 100, что-то такое. По-моему, 150. На истачку, да, закопала? Какая разница, блин, мосина, коряк, это, блин, тут в игре одно и то же оружие, просто звук разный и все. Тем более, что коряк у меня с этим, со скином хорошим. Хичига, приветствую. Надо уточнить, но я не знаю, Вадим он. Как скажет... Пока что Вадим умалчивает. Вот тут у меня, кстати, лутано. Так, у меня тачка слева. Нужно забрать. И что, можно в зону, наверное, да? Выдвигаться, по идее. Какой герцовкой... Играет лучше. Ну, от 144 Гц начинается комфорт. Комфортнее всего 240. 360 уже для любителей киберспортсменов. Ну, или киберспорта в целом. То есть там, по идее, разницу заметит только действительно
чел, который парится насчет input лага, насчет вообще полностью комфорта. Обычный человек, который каждый день играет, разницу в PUBG 240 и 360 Гц, скорее всего, не заметит. Поэтому, ну, 144-240 комфорт. Какой DPI удобный для отдачи? Ну, мне 400 нравится. Тут спрей более такой идет, так сказать, точечный. Ну и многие киберспортсмены на 400 играют. Если хотите пошустрее поиграть, да, чтобы у вас плюс-минус какая-то динамика появилась в игре, можете 800 попробовать. Так многие на 400 играют. Но опять же, так скажу, для обычных обывателей, которые просто заходят в игру вечерком поиграть, лучше 800-1600 использовать. Потому что с 400 нужно постоянно тренироваться. То постоянно нужно в тренировку заходить, спрей проверять и т.д. и т.п. Отдавать своим зрителям очень много полезной информации. Там вообще ты приятный парень, и воспитание хорошо. Родители твои большие молодцы. Мелик, спасибо тебе огромное. Наверное, моя мама рада была сейчас это слышать. Спасибо огромное. Спасибо. Да нет, не жалко, что мне. Спасибо огромное, спасибо за поддержку такую крутую, спасибо. Линия самолета, да. Ты чертишь линию самолета, и вот, например, я понимаю, что у меня в этом круге на данный момент только те, кто сротировался. А изначально у меня в основном были чисто на вот тут. Успехов в стримах. Монограф, спасибо огромное. Спасибо за 250 рублей. Донат чисто на лакич. Успехов в стримах. Спасибо огромное. Спасибо. Извиняюсь. Поперхнулся. Спасибо огромное. Спасибо. Вам приятного просмотра. Рад, что нравится. Матушка тоже стрим смотрит? Нет. Эй, тут круглую сумму отправил. Она мне сказала, откуда деньги взял. Решил, так сказать, поддержать. В итоге недурную славу себе заработал. Ну, знает, что что-то с компьютерами связано, а что именно стримами занимаюсь, не знаю. Может как-нибудь и скажу. Может и будет заходить. Но все равно на пенсии. Так, а мне назад нужно вернуться. И, скорее всего, играть... Давайте, наверное, с центра, да, откуда-то сыграем. Попробуем. Мне надо на упор в любом случае, да, кого-то выводить. Привет, Ауржан. Ауржан, приветствую. Экси, здорово. Игнат, ты знал, что ты зеленый человек? Почему зеленый? Болею то, что?
Где ты работаешь помимо стримов? Да, дизайнером фото. Тоже на дому. Новый челлендж? Ну, типа того, да. Почему на Твиче выше Full HD качество не сделаешь? Потому что там битрейт максимально 8000. Если сделать качество 2К, там просто все в пикселях будет. Поэтому на Твиче вообще рекомендуется опускать там 800-936 пикселей, вот так вот делать, а не 1080. Тогда картинка будет более плотная, и она не будет рассыпаться. Ну, зона максимально интересная. Нужно выдвигаться. Мое приветствие. Приветствую, не лес, приветствую. Да ну хватит. У него сверху чел. Блин, не понимаю, как я не попадаю. Откуда это по мне прилетело? Спереди откуда-то, да? И вот опять восьмерочки, да, не хватает для полного счастья. Так, мне, наверное, нужно заходить вот в этот кемп, потому что там есть машина стоит внутри. Так, и этот чел мне все-таки отсюда дал шот. И, скорее всего, он где-то здесь, что ли? Тут восьмерка лежит. Ну и теперь мне нужно закрыть вот тот человек. И это нужно в дом поставить, чтобы больше меня никто особо не видел. Сейчас он побежит отсюда. На следующую зону. Машина у меня есть. Да, у меня есть машина. Туда я спокойно уеду. А, ну и он через лево пойдет. Я его тут, скорее всего, даже и не увижу. Поэтому мне, наверное, уже следует просто проехать. Или пройти. Наверное, даже лучше пройти. Мне надо зайти сразу же просто. У меня сзади будет чел. Даже два. Вот здесь один где-то играет, и еще один дальше. Это мне надо сразу еще на горе чел. Пока меня не видит, я хочу в кемп зайти. Потому что с дробовиком мне там будет проще отыграть. На тоненького, ну да. Ну, Миромар не совсем для дробовика подходит. Тут особо клоусфайтов нет. Тут такое больше под снайпу, наверное, да, подходит что-то.
Так, а где этот мужчина? Непонятно. Прошел уже, что ли? Подбежит. С шотом. Еще с шотом. На зону я до него не докину, в любом случае. Нужно ждать, пока он пикнет. И тогда убивать. Сзади него чел бежит. А тут уже дерево помешало. Но я бы и не попал в него в любом случае. Этот сейчас тоже откуда-то отсюда будет выходить, да? Снизу у меня что происходит, пока никого не вижу. Теперь нужно броник менять. Вот это он ошибку делает конкретную. Потом у меня где-то уже вниз спустился, да? Да. Ну, за ним я не буду гоняться. У меня есть дом. Мне бы лучше дом занять. Единственное, что тут тоже может сидеть кто-то. Тут лутано. Возьму дроби немножечко. Посмотрю снизу. Никого нет. Сверху вроде тоже никого нет. Ну, получается, дом у меня пустой. Тело у меня за забором играет где-то. За камушком как будто бы даже. Ладно, я в любом случае отсюда отыгрываю. Доиграю, наверное, с этим чуваком. Ну и все, можно сейчас выходить на главную. Хорошо, что я после первого выстрела решил перезарядиться. Ты меня сейчас спасло. Свежий броник. Чел со скалы уже слез, да? Опасно, конечно, тут сейчас будет играть. Ну ладно. Клоус файтов нет. У меня вот эта будка играбельная, по идее, еще. Потому что я пока что тут нахожусь.
Мне бы, конечно, было бы хорошо хаешки забрать, типа. Зона у меня. Шикарно просто. А, я один в один остался. Ну все, ему ко мне идти. Тавин. Это вин. Неплохой стапчик получился, да? С дробашом.